Восток! Ближний Восток, Израиль и Палестина. Это Ближний Восток, это сектор Газа, Браза. Если ты попал сюда, бежать отсюда нет мази. Арифметика проста, либо мы, либо нас. Если хочешь жить, тогда ты должен быть солдатом. Научись стрелять точно в голову. Быть холодным, как лед, и лить олово. Не жалей детей и разоряй коконы. Арабский террорист, сука, не имеет возраста. Ему 13 лет, а он убил 9. А 8-летний брат Салим положил уже двоих. Сука! Где правда, кого бить первым? Без разбора убивать их всех. Хладнокровие твой козырь выживания. Если не используешь его, ложись в яму. Неважно, на улицах или на линии огня. Бей в кость первым, не ошибешься никогда. Вырубай араба до того, как он полез в карман. Никогда не позволяй ему сделать первый шаг. Делай правильный выбор, убивай. Убивай, убивай, убивай. Не ищи правду между двух религий. Это Ближний Восток, тут везде лежат мины. Тут убивают за Аллаха, погибают за Аллаха. Если ты неверный, сдохни за Аллаха. Это Коран, это бой насмерть, это война. Это жизни тысяч невинных пешеходов, что гибнут у себя дома по чужим законам. Это терроризм, проблема всех народов. Это истребление, а не борьба за свободу. Это истребление, а не борьба за свободу. Это истребление, а не борьба за свободу.